Mən Diana xanımı dinləmək istəyirəm. Diana xanım, bir daha xoş gəlmisiniz Azərbaycana. Добро пожаловать в Баку. Как вам Баку? Прекрасный город. Люди. Первый в Баку? Да, конечно. Первый. Ну как, и были перелеты в прошлом году. Сколько времени вы уже здесь? Почти что полтора месяца. Очень хорошо. Говорите про вашего ребенка. Evlad hakkında danıştınız tamaşaçılarımız göre o nece olup gelip bura, nece olup tanış olmuşsunuz, как вы познакомились с ними? Да, вот начнем с того, что у вас сначала, в начале программы был такой вопрос. То есть у меня беременность была тяжелая, аппендицит вырезали, потом у меня был пилонефрит, то есть это антибиотики в двух случаях. И сами роды проходили сложно, воды отошли, все как в итоге было кесарево. Обычным кесарево. В итоге было кесарево, да. То есть очень долгое безводное состояние было у ребенка. Диана ханымын хамиләлігі чоқ чәтін кечіп, чоқ ағыр кечіп, мүхтәліп дәрманлардан, антибиотиклардан истифада едіп, вә доғыш кесарие йолыйла. Да, получается, ребенок родился, он попал в палату интенсивной терапии, то есть с рождения он был уже тоже под антибиотиками. И получается, развивались мы в принципе нормально до полтора года. Полтора года мы получили прививку. Я понимаю, что вот там у нас и пошел обратный отчет. Мальчик или девочка? Мальчик. Огландер, да. То есть до полтора года мы смеялись, узнавали всех, начинали говорить потихонечку слова. Все было нормально? Да, все нормально. Ложку, кружечку, все держал, все было хорошо. Бир яш ярма кадар ушагын хэр бир шеи нормал олу бэз тамашачыларымыз. Да, и получается потом вот все как-то пошло-пошло, и ближе к трем годам мы понимаем, что все. Ближе к трем годам? Да, мы поняли, что у нас все пропало, у нас остались только одни истерики. Мы думали, он баловный был у нас. Первый ребенок, долгожданный внук первый. Demek, əziz tamaşaçılarımız, 3 yaşdan sonra, 3 yaşa yaxın müddətdə artıq uşaqda dəyişiklikləri hiss ediblər ki, uşaq isterikadadır, uşaq özünü normal aparmır, fikirləşiblər ki, bəlkə biz onu ərköyün böyütmüşük, ilk uşaqdır, pervirbiyonluq, birinci uşaqdır, biraz balıbıt eləmişik, biraz belə deyim də, onun ərköyünü, nazını oynamışıq, amma belə deyilmiş. Вот и после, когда нам уже сказали, когда мы прошли ПМПК, вот это все, год мы лечились у себя в Казахстане, давали таблетки, уколы. Диагноз нам Казахстанда муалиджи едиблер, бүтін ине, дерман, хэблер, истифаде едиблер. Диагноз нас до 5 лет не ставят аутизм, сейчас нам поставили задержка психоречевого развития, и в скобках куча-куча всего, в совокупности. До 5 лет, да, сейчас не поставили? Сейчас нет, раньше с 3 лет ставили. А сейчас приняли закон, что только с 5 лет. Ну, то есть в совокупности, когда мне педагоги уже сказали в садике, я говорю, в совокупности у вас аутизм. Вот тогда и понеслась. День и ночь. 5 яшиндан сонра аутизм диагноз говорят. Да, да. Казахстанда. 5 яшиндан сонра анчак диагноз аутизм койырла. Бу закону койырла, гану койырла. Ага. Кабахча да 3 яшиндан сонра. 3 яшиндан сонра. Ама инди 5 яшиндан сонра. Ве психотерапевт она дейб ки, сене совокупности не гадат вар, о аутизм кими гёстерир өзіні. Яни бүтін әламетлер, ушақта олан бүтін әламетлер, ким дейб, ханыма? Психотерапевт. Психотерапевт söylüyor ki, senin uşağında olan bütün əlamətlər autizmin əlamətləridir ki, özünü göstərir. İndi uşağın 5 yaşı var, düzdür? Сейчас, да, 5 лет. Да. Ага. И как вы познакомились? Вот. Мне никто не мог ответить на вопрос, почему? Почему вообще все случилось? Почему у нас не было ни у кого у родных, у близких такого? Мен дер суалын жавабын тапа билмердим ки, не олду, неце олду ки, менім ушағым ние бу вазиетте дүшті? И читала очень много в интернете, искала, и вот когда только открыла интернет сайт ахтарылмыш, охуюрмыш, марафланырмыш. Там я нашла вот ответы. Я говорю, я 2-3 дня не спала и была просто в какой-то эйфории. Ну, то, что нашлись ответы, во-первых, то есть уже что-то есть. Единственное, да, это так далеко. Cavabını deməli tapıb da, internet üzərindən, internet üzərindən David və Yosifa Eyxeli tapıb və bütün suallarının cavabını onlardan tapıb. Да, естественно, были сомнения, есть они в действительности или нет. Ну, далеко, очень до, ну, как расстояние между Казахстаном и Израилем. Но все равно я почувствовала, что именно там нам помогут. И мы полетели туда. Мясо хорошо, масло бахмера, Казахстан хара, Иерусалим хара, Израиль хара. Я не думал, что день моим овладам элажи ордадыр. Да, и все, вот мы первый раз ровно год назад были в Израиле, в Иерусалиме. Бир ил эввэл Израиля гедиблер, Казахстаннан. И уехали оттуда с хорошими результатами.
То есть мы когда поехали, у нас был очень тяжелый случай. Он у меня просыпался в 3 часа ночи. Это уже было вот так по режиму. Сначала орет, плачет, потом непонятный смех, и все. И мы до часу, до двух не спим. Потом у нас только сон час есть, где мы можем нормально поспать. И все, и вот так вот по кругу. То есть... Да, с каждым днем все хуже и хуже становилось. Ушах перенчи кышкырырмыш, ятмаздан унча, кышкырырмыш, ағлырмыш, сонра гюльмея башлырмыш, и сонра ушах юхуя гедірмыш. Яны бу артык о кадар баш верип ки, артык буну адет алына салыплар ки, беле долмалыды. Ага. Он не слышал, у нас не было эмоций, он не отвлекался на имя, то есть он перестал это все делать. Есть эмоциясы, ёхнуша. А выходили на улицу. Адыбезады билмемиште, эмоция ёхойды, хеч киме ишитмейб, данышанда да хеч данышмойб, хеч даже сэс чихмойб. Ты сабрелишься, сушах на везет эту шуб. Ага. Вот, выходили даже на улицу, он даже не слышал слова «стоп». Мы вот так не раз он чуть-чуть попадал у нас. Yani, стоп, yani, yolu keçmək olmaz, dayanmaq lazımdır, bu sözlərdə işitməyin. Ananın siz bir vəziyyətinə baxın. Да, он просто убегал, он вот себе увидел, что, и причем он не слышал вообще абсолютно. Eşitmirmiş, и у него кроме меня никого не существовало, он даже своего папу не узнавал. Heç atasını da belə hiss etmirmiş. Он был безразличен ему. А вот когда вот во время терапии, по видеозвонку, когда он первый раз сказал «пап», у нас там папа терапия, после терапии. Да, первый раз. Demek, вы проходили. Давид ve Yosifa Eyhel'in terapiyasından sonra uşaq normala qayıdıb. Yəni əziz tamaşaçılarımız, əgər bir ailə Qazaxıstandan İsrailə gedibsə, aydın məsələ. Bu fakt da göz önündədir. Mən faktın qarşısında mən heç nə demirəm. Sadəcə olaraq susuram və dinləyirəm. Продолжайте, пожалуйста. Он по улице убегал. А, и... вот, то есть мы потом, когда вернулись, постепенно, то есть там у нас уже в самом Израиле были перемены, у нас пошло звукоподражание. До Израиля у нас только была корова-волк, он мог подражать. После у нас расширилось, когда мы были в Израиле, до 10. Да. Лучше увеличилось. Да, то есть это у нас до 10 животных, сейчас у нас это больше. Научился и стал еще лучше себя обслуживать, набирать воды, ходить в туалет, элементарные. Вот для кого yani, это, да, обычно для меня yani это было успехом. Я непослушный, напоминаю. А, ну да, это тоже. Как? Как вы сказали? Непослушный. Он был очень непослушным. Он, ему говорили что-то сделать, он разворачивался и уходил, и все. Yani hiçbir şeyi dinlememiş, kulak asmırmış. Сейчас уже другой совсем товарищ. İndi hal-hazırda uşaq normal həyatına qayıdır, normal uşaqlar kimi rəftar edir, anasıyla, atasıyla normaldır. Так, получается, что у нас? Играет с другими детьми. А, вот, у нас тоже не было. Он уходил от людей. Мы гостей даже перестали звать, потому что он прятался. То сейчас Qonaq evə çağırmırdıq, deyir, çünki gizlənirdi, yəni uşaqlarla da oynamış. Сейчас он Да, конечно, играет? Вот после Израиля. Я снимала, как вот, он играет. Да. Он вместе играет. С другим ребенком да. Собирает какой-то конструктор. Очень приятно, очень хорошо. Аллаха шükür, слава Богу. İndi hal-hazırda başqa uşaqlarla oynayır, hələ konstruktor yığır, nə deyirlər, operatorlar, ona nə deyirsiniz? Konstruktor yığır uşaqlar. Məntiqi oyunlar. Məntiqi oyunlar oynayır digər uşaqlarla. Yəni bu bir ailənin sevincidir. Ya vas pozdravlyayu. Спасибо. Я могу много говорить. Bax bu ananı. Buyurun. Burada bir kadr gördüm. Getməmiş burdaykən soruşum istəyirəm. Deməli Davud bəy uşağı balaca uşaqla yəni də o danışa bilməyən uşaqdır. Onunla danışır, onu mayne ilə onunla danışır orada. Mən soruşmaq istəyirəm, o nə deyir ona orada? Pivets, on izvesni naş pivets azərbaycanski. Deyir ki, vy kakta s nimi razgovarivayte. Uşaqla danışır. Yemu go... Bir yaş olan uşaqla. Который не о чем вы говорите, о чем вы разговариваете? Я их спрашиваю о том, что их беспокоит. Deyir, soruşuram, inanmak, sən narahat eləyən nədir? Çox qəribə. Yəni, vas oçin lübət. Sevgi, sevgi oçin, ötürür. Oçin. Əsas məsələ sevgi ötürür. Bəli, sevgi. Birinci nəvbədə sevgidir və David Eyxel və Yosifa Eyxel doğrudan da, belə deyim də, bu valideynlər üçün, Diana kimi valideynlər üçün, bu dəqiqə bizə baxan valideynlər var. Uşağı bu kimi əlamətlərdən əziyyət çəkən valideynlər üçün, bir belə deyim hədiyyədir. Həqiqətən hədiyyədir. Adamların
terapiyasından, adamların əqlindən, zihnindən, sizin uşağınıza köməyindən istifadə edin.